уровень веселья – это детская комната для празднования дня рождения с красочной сервировкой стола и нарисованными на стенах мультфильмами, это домашняя среда обитания и база тусовщиков. Уровень веселья велик, но ограничен, тусовщики практически повсюду, создавая страх перед странниками. Веселый уровень не имеет ничего практического для странников, так как у них есть только украшения для вечеринок и предметы первой необходимости. Уровень веселья является нестабильным. Странники и команда МЕК предполагают, что источником нестабильности могут быть тусовщики. На протяжении всего уровня веселья на заднем плане всегда играет мультяшная музыка, которая, возможно, предназначалась для того, чтобы заглушить шаги тусовщиков для нападения на странников. Единственными существами, проживающими в уровне веселья, будут тусовщики. Ваша главная задача – как можно быстрее покинуть уровень веселья, так как уровень веселья никогда не был безопасным. Уровень веселья всегда опасен из-за большого скопления тусовщиков. Попасть на уровень веселья можно, пройдя сквозь потолок на уровне 1. Если вы видите конфетти, вылетающее из окна на уровне 188, то это признак вечеринки на уровне веселья. Главный вход находится на уровне 283. В комнате отдыха есть двойная дверь со словами «веселье», которые написаны разными цветами и шрифтами. Единственный способ выйти – использовать нестабилизированный разлом, который появляется только в нестабильных частях уровня веселья.